По инициативе губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова третий год подряд мы организуем единовременную денежную выплату для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Эта единовременная выплата составляет 10 тысяч рублей. Получат ее более 4 тысяч ребятишек. Получат в беззаявительном порядке. Вам не нужно записывать никакое заявление, вам будут перечислены финансовые средства на ваши банковские карты. В случае, если у вас нет банковской карты, мы рекомендуем вам обратиться в органы социальной защиты населения и узнать все подробности по телефону 44 17 70. Именно так мы реализуем адресный подход к семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. Воспитывать ребенка всегда непросто, а тем более ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья. Я думаю, что эта выплата поможет вам сделать Новый год наступающий прекрасным, сказочным, волшебным для наших детей. Будут счастливы наши дети, и значит, будем спокойны и счастливы мы.